выставка «Деликатесы Сахалина и Камчатки» снова в Магнитогорске. В числе продуктов, предлагаемых покупателям, все только свежее и натуральное. Мед, сладости и, конечно же, рыбные деликатесы. Чтобы удивить своих гостей деликатесной рыбой, совсем не нужно лететь на Дальний Восток. Достаточно посетить выставку деликатесов Сахалина и Камчатки, которая с 10 по 14 октября работает во Дворце Рамазана. Это настоящий рай для гурманов. Палтус, белорыбица, нерка, кижуч, таймень и, конечно, крупнозернистая камчатская икра. Коптят рыбу на ольховых опилках, что позволяет удержать полезные кислоты и витамины. И вся наша продукция, она российского производства, выращена в природной среде. Без каких-либо добавок вредных, без антибиотиков. Поэтому можно судить по цвету нашей продукции, по плотности мяса, ну и, естественно, по вкусу. Также на выставке представлен большой выбор сладостей, сухофрукты, свежий мед, халва, а также носочно-чулочная продукция и изделия из шерсти собаки. Выставка деликатесов Сахалина и Камчатки ждет вас с 10 по 14 октября с 8 утра до 22 часов.